Давай обратно в дом, быстрее! Папа, что нам делать? Попробуем дать им отпор. Но их же так много! И что ты предлагаешь? Просто сдаться? Вот, держи. Иди на второй этаж и не давай им залезть в окно. Хорошо. Ну, скибиди туалет. Мы просто так не сдадимся. Что же вы задумали? Почему не нападаете? Тима, как у тебя дела? Пока тихо, но их уже очень много. Хорошо, смотри внимательней. Что? Не нравится мне этот звук. Тима, будь осторожен, кажется, они наступают. Окей. Еще кто? Это Тивомен! Он добрый, он нас спасет! Спасибо, ты нас спас. Надеюсь, мы еще с тобой увидимся.